Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Яна Федорова. Сегодня мы будем выращивать рассаду базилика. Насыпала земли. Возьму вот такой фиолетовый базиличок. Так, сейчас семена рассыплю по поверхности. Вот так. И сверху засыпаю земелькой, ну, примерно на пол сантиметра. Сильно не надо, а чуть-чуть немножко присыпать. Вот так. Все, теперь немножечко разровняю и сверху полью. Кличку ставлю на светлое, теплое место. Базилик зашел, сходит он не быстро. Вот над таким сеянцем понадобилось 20 дней. 20 дней сейчас. Немножко у меня здесь мох появился, видимо, попал откуда-то. Ну, потому что я часто к своим глоксиниям мох с фагнум добавляю. Это не вредно, это полезно. Все, крышку можно убрать уже, выращивать в открытом виде на ярком свету. Поливаем вот таким образом. Базилик уже подрос и вполне готов к пикировке. Сейчас я такие покрупнее, которые сеянцы, выберу. Здесь выборочно несколько штучек. И пересажу их в рассадный контейнер небольшой, вот в этот. Так, сейчас выкопаю и разделю. Те, которые получше, покрепче, я их и возьму. Уже запах пошел специфический. 8 штучек я отделила. И сюда их сейчас посажу. Не обязательно заглублять сеянцы по самые семидольные листики. Он, в принципе, и так хорошо принимается, если даже и не сильно заглублять. Вот таким образом. Какие-то тут, вроде бы, брала фиолетовый базилик семена, но какие-то тут даже зеленоватые появляются, смотрю, расцветки. Хочется, конечно, фиолетовый. Мне больше нравится фиолетовый. Вот, все, сейчас последний. Ну, такая нехитрая процедура. Теперь я их пролью хорошенько. Вот так. И все будут прекрасно. Они у меня здесь дальше продолжать расти. Ну, замечательно. Рассада базилика готова. Выросла. Все, теперь ее можно отсюда брать и высаживать на грядки на расстоянии 15 сантиметров примерно друг от друга. Фиолетовый в основном и один все-таки зелененький попался. Вот за 2 месяца вырастает такая рассада базилика. Растет он как-то не быстро, так что учитывайте сроки посева по вашему климату. Желаю вам хороших урожаев и хорошего настроения. Пока!